Ну что, теперь в РС ходить не будем? Сука, да что вы невменяемые, что ли? Нет танка. Ёбаный в рот, в ЦЛК летим. Это ты мой знаешь, да? Сколько еще вопросов будет? Ну какая разница, чё ты нервничаешь? А где ЦЛК, нахуй? Сто раз уже сказали, блядь. Ну ладно, почему в РС не идем? С чего ты взял, что мы не будем в РС ходить, Тимыч? Я не понимаю. Ты утверждение, подожди, услышал в моем вопросе? Я задал вопрос, мы теперь вообще ходить не будем, учитывая? Да, не будем. Устроит такой ответ? Слушай, да, Войт, хули ты психушь, я понять там не могу. Да ты вопросы глупые задаешь. Я тебя спокойно задал вопрос, точнее не тебе даже, я просто задал вопрос и все. Так блядь, это глупый вопрос, он вообще тут не к месту. ДВ состав закрывает РС-ку 10 раз уже. Как это не будем, блядь? Будем! Дайте им помочь, блядь. Пускай 10 минут ты чё? Сидят. Ты чё? Короче, это ты что? Не, вот то, что это глупый вопрос, я тоже согласен. Ну так а чё, блядь? Спроси лучше, как тьму танчить. Ситуация по факту, ответ на поверхности. Только ну, что сказали, нету. Какой вывод? Мы не идем в РС, потому что сейчас нет танк. Мне зайти с танком во тьму, посмотреть, как он делает, я смогу танчить. Другая мишка, там нахрен. Ну в том-то и дело, что да, там медведь не нужен. Где, куда вы бежите? На совет бежим или куда? Совет, на совет. У вас шахмишек недостаточно хороший ер, блядь, для тьмы. Вы недостойны. Там, да, там пожирнее надо, Т5 пол надо. Покруче будет. Мишка может танчить тьму спокойно, но, блядь, ер получше надо. Кислого ошибает, но у кислого, блядь, первая карта, сколько у силков, блядь. Он может затанчить тьму, но у него там, блядь, у силков, брюлей, блядь. Так что рано. Еще ваши. А у кислого разве брюли стамин? Кровавый взор где? Да моньтесь, ребята, время идет. Помогайте, блядь, самой. Кровавый взор где? Писал что? Они на радостях свалили, что они свободны. Девка тут? Да. Смоним тебя. Чё, квест, наверное, опять на Синдру, да? Ну да, больше не осталось других квестов. А Синдру один из легких квестов. Проверку дал, чтобы видеть, кого сумодит, кого нет сразу. Луцин, ты тут? Да. 2 секунды. Ну чё, япончик, ставил камни? Да. А где ачиву не дают, что ли? Дают ачиву, я уже получил ачиву. Да, чё-то не видел. Нас только с наградами обделили. И то ачиву очень поздно выпросили. Локи, ты же в Африке бегал, правильно? Много. Ладно, Долорес спрашиваю. Не дрочись перед шкафом, но я не могу в шкаф попасть. Отойди от него. Даркер, смотри, у тебя стаки, которые с теневого транса и с кудащего духа, они по КД висят, правильно? Но они не спадают. Ты помогал япончик, по-моему, если это ты говорю, сколько мне себе начислить ГП и кто следующий собирает? Сколько у тебя осколков было, когда ты начал собирать этот, вычитаешь ГП? Поэтому, блин, мы вчера разговаривали, я не помню. Ты шемку собрал? Япончик. А. РЦ.
сейчас по-другому, да, считают. И смотри, вначале за основу получаешь 800, потом при сборе себе 1000 считаешь. Вразка в танках. Даркис, еще такой момент. Там получается, ты 20 стаков, да, которые там убираются, критов, ты либо на обилку прожимаешь, либо на порчу. И в итоге получается то, что приходится где-то чередовать. Бафните кулаки, у кого кулак бафнутый, бафните кулаки. Ну, на билку, в смысле, на этот, на облик. Паладины, вы слышите меня, надеюсь? Мне просто, я сейчас, ну, на манекене так ради интереса смотрел. Типа, разве не разрешаются стайки, когда ты с нагонью кидаешь? Контролем, которые вниз пойдут. Тактика потом рослого. Ну да, это я понял, то что стаки скидывают. Я просто потом их, ну, очень быстро набрал, нажал что-то огонью посмотреть. По-моему, они меня спали. Может, я что-то это не то посмотрел. Подавли нужен долгоног. Лутер на тебе же, да? Да. ОЕшки падали? Не видел. Сюда заходим. А мир тут? Череп. Просто контроль. Череп, лес. Потом роснул череп. Это Даркис, жалко то, что облик, ну, когда я имею. Так, типа, по КД ты мог, ну, по идее, ты мог тут КД в нем быть.
Пианист тут. Может, ДД в раз. Поставьте рыбу уже, блядь. Какой босс рыбы нет? Плыю, она стоит. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Ты на двоих. Дайте сумон. Шкаф. Каска есть у тебя? Нет. Амир, на этом КД в кару пойдем. То каски даю. Пускай он в раз дает кулаки, Мэнни дает каски, тюрьме он МП5. Счет. Вообще ничего не давал, я в танк спекал. Там у Термиллиона каски стоят в полипауэре. Значит, он дает, наверное. Кинетика падает на сцене. На сцене падает кинетика. Да, это все еще надо уже начислять, реально. Давайте за любой косяк начислять. Надо мной кинетика. Прямо под принцами. Над прицелами. На входе, где заходили, падает. Принцы. Над боссом падает. После входа опять падает еще одна. Добивайте. Все переключайтесь в киля.
Тут лям. Ходите, убивайте его. Там осколок упал. Ты видишь осколок? Да. Лёша, здесь? В Раске отдаём осколки или как? Как поступаем? У кого квест есть? У Персика квест есть. Квест до хрена у кого есть, просто по факту мы отдаём. Да у Враски 30 осколков, дайте ему дособрать. Пусть дособирает тогда. Я 26, а не 30. Не, ну конечно, тогда. Все равно пусть собирает. Лутера, сейчас я разролю шмот. Лутера ему скидывай, пускай забирает. Угу. Подожди, у меня комбат. Скидывай ему лутера. Последнюю шмотку, но в спек. Я вижу, что 26. Трэш добью, тут скину. Алёша, что-то не могу докричаться, он, похоже, АФКш. Да надо сказать, что в РС-ку пошли, блядь. Сколько? Подожди, сейчас последнюю вот эту хрень разролю. Не пошли, а прошли уже. Да, в натуре. Мишка затанчил тьму. И свет один. Так, стоп. Ну чё там? Отдал. Медведоёжа. Забирай. А сколько у него кристаллов? 26. Ух ты, в Раске, отдай. Ёбаный в рот. У него 26 осколков. А надо 50, да? Да, надо 50. Че, забрал осколок? Нет, я не вижу, в какой группе. Я все забрал. На боссах перекидывай лутера на меня, потом ему осколочек. Я осколки не вижу, Враска, если ты будешь их видеть, ты говори ему. Да пускай разраливает просто все. Не надо разраливать. Чего, блядь, это чего сделал? Это участь человека, который лутает осколки. Время, а не участь, наверное. Тут. Знаете, лутеры там не помнишь. Время хули там 3 кд собирать. Все в обычке будет падать, как мне падает, то быстрее. 2. Типа кастеру легче, да? Типа квесты делать. Поэтому, нихуя да? Не легче. Поняли? Ну там соло можно пойти, понимаешь? Да, но у тебя 2,5 душ, как бы, и там уже.
Я в плане, да и там Каджайна наш, типа, после осколков идет. Ну, все равно. Камень преткновения для РПС. А так, типа, да, там вот эти на кровь, лед и чем проще. Типа, по бычке собрать шемку и все. А нам еще в ХМ надо ходить и Джайна убивать, так что нет, нифига не проще. Понимаешь, я был в гильдии, которая даже не могла позволить квесты сделать, да. Уж соло сделать квест. Шторы. На Луцине, напомню. Даю чё. Это было неразумное решение. Рассоситесь по комнате немножко. Просто отец вышел. Мозер, я первый антифир отдам по человеку, который побежит с тенями. Локи. Розелина. Сбегитесь на пакте. Где даешь? Девка дал антифир. Прижимайтесь. Гимн ХП отдал. Завис. Локи, раскоп. Гевка, Тим, Мичмозер, Даркис, кусайте через 4 секунды. А, 4 духа будет. Кусайте, кусайте. Вот евреи-то укус зажали. Кусаю сов. Типа это... Короче... Солидарность или как там? Правильное слово. Совинное, да? Везде да. Сов кусаете, а одного элема не кусаете. В последнее время начинают вывешивать типа, проки на демоне. И этот... Там, короче, этот по Драгонсону, ДВ составу,
Никому его не брать обратно. С чего началось такое опять? Лёха, после вчерашнего, что ли, вашего? Ну. Не похуй, после чего он там. Это первый нюанс. А второй нюанс, не брать почему? Если пошел в легионы, пускай на трех боссах сидит в зарядке и в окон. Пускай там промоушен на разговорку. Пускай сидит там и лайпает. Мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Плюс ссылка Хэмки, пускай только проносит всех, кроме квартальных. Ты про старика не в курсе, че он мейном-то вышел? В смысле мейном вышел? Он друидом вышел, а потом мейном, по-моему. Да, он мейном тоже вышел. А, нет. Смотри, там... Да-да-да, вышел он мейном. Не в курсе вообще-то. Ну да. Я сегодня в 6 часов утра разговаривал. Валю сагрили. Валю слишком. Валю разговаривали 6 часов утра. А, блядь, за чего он вышел, обычно не ему. Значит, по старику то же самое. Никому обратно ездить не приглашать. Если что-то будут писать, все вопросы. Просто мне ни слова сказали, чтоб свалили, тихо съездить и все. Даже ни слова не написали. Поэтому все вопросы чисто. Но они сострили. Что еще раз? Они сказали, что они с тобой поговорили. В смысле? Никто со мной не разговаривал, вообще ни слова не сказали. Ну, как я понял, старый обиделся за то, что... Ну, блин, не, давай я сейчас не буду говорить. Потом. Он по ЗСу обиделся. Не все ранимые, блядь. То, что ему не дали ролить на Эмсу? Там собраны Лем, там собраны Хил, еще и Энг. Пускай собирают. Пускай собирают ионах, я посмотрю, как они. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро. Лично я вот единственный, за кого в курсе, это за Вервульф, то что у него график типа рабочий изменился. Да, и не сможет ни в ДВ, ни в вечер не попадать. Типа он написал мне. В Дискорде скинулся. По поводу их, если обижаются, пускай идут. Пускай в легионах собирают себя. Кто-то Мэнха, блядь, кто что хочет. Трех боссов ЗС, двух боссов Бога. Че за легион-то? Легион Фир. Ну, ну ладно, я тоже туда пойду, пожалуй. Шмоток тут не дают. А кто там орал? А он там есть вообще? Бейсон, наверное. Да, Бейсон. Разве? Бейсон и Мурст, наверное. Может, Садиэль еще. Так Садиэль, скорее всего. Садиэль, мне приходилось быть с нам в Пугарейды, это пиздец. Да. Садиэль, это вообще беда. Чего? Как-то позвал он меня в Каражан на копыта КМ.
И тактику он там вообще не знал. Здравствуйте, молодые люди. Здорово. О, Библ. Чё? Помоги с ареной на Гранда. Друидов в последнее время типа до жопы. И коты, и совы, и бревна. А как у КХМ, так все разбегаются. Лёх, ты возле компа? Ну, сейчас подойду. Там тебе Ретрик пишет насчет здесь о чем. Дима, что? 5 минут. Кстати, Лёх, забыл спросить, сейчас глянусь. Лёх, забыл спросить, нашел шамана ДВшного, второй каты, хила, но он 260 только. Ему надо доступ открывать, а так у него вторая ката, там что-то брюлей уже 3-4. Откроет доступ без проблем. Ну, он хуй где откроет с пугами, понятно. Так рыбу поставил? Миш, ты где? На X3? На X2? На X3. Нафиг на X2, я там сам могу себе помочь. Бог помощь. Блять. Денчик, доспех поставить или нет? Я уже минут 10 в ЛФГ ору, нет никого. А ты за кого? За Орду. Ну я качаю же. А мы за Аликов. Ну так а какая тебе разница? Готов, Япончик? Я его с пуля, а ты по порталы. Поводи, шаман. Я потом все равно перейду за Альянс, в Асгард и в Ренегат. Пончик. Блин, на секунду отходил, все здесь. Все слышали, в Асгард перейдет. Надо написать, чтобы его не брали. Что там за Орду есть Асгард? Что ты сказал лучше с ним? Дебилов. Нахуй тебе переходить. Видал, они спамят. Давай быстрее, в душ хочу пойти. Я здесь уже тусуюсь давным-давно. Мне от арену доделать, я в Нордкол поеду. Тебе хоть привычная игра, а сейчас ханта голову, когда она все унижает. Блять, это кто там подошел и мобашот, ну нахуй? Кто, меня унижают? Который разгром. Ханты голые вообще, беспон. Я тут всех унижаю. ДКшников полно. Тант в априори в лоу-гире никого не может убить. А ты призовые небось сюда потратил или нет? Да нет, еще нет магазина. А, ну, на рулетку. Да я не знаю. Да вряд ли я сюда буду. Потому что тут так чисто ради фана тут. На их звана добивать брюли. Хотя ж уже и так вроде фул. Или ты метасокет хочешь? Там еще 5 надо, плюс метасокет. Я предлагаю тебе потом в гильде по кругу, ну, всех по кругу одевать. Мне просто... Это какая дичь просто с такого ханта пересаживаться на гол. Вообще, я не знаю. Чё, скиллуху надо тренировать. Блять, я по сути за две вилки ты убьешь любого, ну кроме Вара, наверное, потому что он реваншить будет. Реваншем этим превосходством, блять, может прыгать. И все, типа, блять. Что за биг? Я поздно начал.
уже заняли, что ли? Да. Так, где? Расскажи, как готовы будет. Что там уже есть всякие вот эти награды вели или нет? Хонор, типа. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Я излечилась. Сизера, даруй мне силу. Засчитала? Нет. Ебать, вы Геру дали. Да, у нас синдром квест. Берите. Попробуй ты добить. Вот мне тоже кажется, что ты добил его. Есть браска? Там на арене важно, чтобы ты начинал бить. Я начал бить, а он его добил. И чё это за прикол, я в середине просто завис. Не надо видно подходить в упор к стеночке, когда едешь. Сука, лифт мимо меня проехал. Засчитал. И вниз, я тебя поймаю. Да все, ровно на портал встал. Уйди, а то не на час согрет. Че, заходим или че мы? Все, все здесь уже заходим. Заходим.